Любите вы, конечно, рисковать, я смотрю. В этих абисах. О, а вот и абисы, кстати. Тут еще гила какая-то, ну да ладно. Так, давай пока подготовительный вариант проведем. Так, здесь включил. Здесь. Так, есть, все, полетели смотреть. Кто тут у нас? Такой бесстрашный. Где-то гила еще есть. Что-то у меня есть подозрение, что, наверное, в притоне может быть тусуется. Не, в притоне никого. Оригинально. О, яркая. Яркая, это что-то такое должно быть. А, пятые дарки. О, ребята, мы... прям куда надо. Но вот тут, скорее всего, Иштар, Церба. Короче, здесь может быть всякая всячина. Здесь может быть прямо очень жестко. Так, еще раз. Крейсер, пятые дарки. Точно могу сказать, что там будет что-то активное единственное. Но вот что... очень надеюсь, что гила. Если гила, то проблем не будет. Если будет Иштар, то, блин, черт его знает. Ну, тяжело может пойти. Че еще? Церба, ну, в принципе, не особо проблематично. Ну, как и Иштар, наверное, также. Так, ну ладно, чего, ждем, ждем, ждем. Ай, сакра. Ладно, все равно будем стрелять. Да ладно. Да ладно, да ладно, да ладно. Как так-то? Серьезно? Я думал, я об нее сейчас убьюсь, а она прям вообще как миленькая ушла. Ну, не то чтобы прям вообще. Но сойдет. А, все, все запарковались. Ну, давай смотреть. Итак, дарки пятые. Сакра. Ну, в общем, вот такая вот. Попадала, ну, по половине, скажем так, что-то падало, что-то не упало. Значит, такая вот. В итоге она у нас на ляр 300 была. Ну, в общем, неплохая. Почему она умерла? У нее чемодана не было. Вот она вот такая. Так, чё за... человек? Ой, а свежий, свежий человек. Нифига себе, уже на сакре. Забавно. И чё нам упало с нее? Нам упало сейчас. А, это же ее. А, точно, я ж вообще поднять ничего не смог своего. Это все ее. Это все ее. И 455 лямов.